Вот так поближе. Вот он поближе подошел. Котя, иди сюда. Иди, кот. Я не достану. Иди ко мне. Иди, мой мальчик. Иди сюда. Мироместином надо еще побрызгать. Коте сделали операцию. Яшма его зацепила. Игрушки порвали. Он спит. Да. Чтобы выделя... Шовчики наложили. Да. Сейчас понесем его в тепло. Будет с нами в комнате пока. Видите, в ограниченном пространстве. Котя мой. Котя. Нормально все. Нормально дышит. Не, все нормально. Смотрите, вы его тогда положите, если что, вот таким методом. Вот так. Ну, мы сейчас прям положим. Вот так прям, если вдруг будет рвотный рефлекс. Угу. Вот, глазки-то закрыты, открыты. Открыты. Можно мы это сейчас наберу физраствор. Да, надо положить его сверху, там вколоть, и мы его закроем. Да, я просто хотела набрать физраствор, чтобы глаз... А сейчас он от антимедина выйдет. Ага. Так, вот эту гадость можно будет сюда... Зашили кота. Вот, спасибо врачам из Тула. Тут рядом вообще никого не было. Мы пока нашли. Очень экстренно, оперативно. Будем рекомендовать.